Приветствую всех, друзья, гости и подписчики канала. Продолжаем работы над нашим Харьером. Как видите, я его... Ну, он уже немного просох. Ну и, соответственно, я замаскировал те части, где нам нужно будет прокрасить, точнее оставить белый цвет. Еще вот здесь тот кусочек надо положить скотча. Сейчас я его за кадром быстро сделаю. И начнем красить. Красить будем красочка. Так. Если я не ошибаюсь, то вот в этот цвет. Сейчас я еще точно посмотрю. Это Medium Gunship Grey. Вообще нужно Extra Dark Sea Grey, но у меня такого нету, так что будем полагаться на этот цвет. Сейчас я еще посмотрю, может, у меня есть от Ганзы такая краска. Ну, нам нужно получить приблизительно вот такой цвет. Во всяком случае, похож, чтобы был на такой цвет. Ну, а там посмотрим. Сейчас уйду на паузу, чтобы приклеить наш кусочек скотча. И окончательно подберу краску. Далеко не убегайте. Скоро начнем. We'll be right back.
Ну что ж, покрасил я наш самолет в его второй цвет. Вот так он снизу выглядит у нас. И сейчас аккуратно переверну. Вот так он у нас выглядит сверху. Он еще, естественно, до конца не высох. Уже подсох, но не высох. Вот так вот у нас теперь выглядят дополнительные стойки шасси, которые у нас вот здесь вот крыльевые. И вот таким образом у нас выглядят топливные баки. То есть они будут вот так вот сверху, а снизу беленькие. Оставляю это все до полного просыхания, где-то, наверное, на сутки двое. По необходимости уже за кадром подкрашу еще раз, если нужно будет. Но я думаю, что вряд ли понадобится, потому что два слоя положил. В принципе, равномерный такой окрас получился. Дальше что нам нужно будет сделать? Нам нужно покрасить нос, вот этот кок, или как он правильно называется, не знаю. Он должен быть у нас черный. Буду использовать я, наверное, для этого вот такую краску Aka Interactive Anti-Glare Blue Black. И этой же краской покрашу законцовки наших ракет. А сам самолет все-таки в итоге я красил вот такой краской. Сейчас сфокусируется. H331 Dark Sea Gray BS 381C. Это Great Britain, Harrier как раз, Jaguar и остальные британские самолеты. Он более темный, чем тот, который был в наборе вот этот вот Medium Grey. То есть этот тоже темный довольно-таки, но этот более темный. Я все-таки остановил выбор на нем. Ну что ж, уходим на паузу для высыхания, просушки, и вернемся уже непосредственно. Наверное, записывать не буду, как я этот кок буду красить, а вернемся, наверное, уже на состояние декалей и всего подобного, потому что тут уже в принципе особо показывать нечего. Тут и так все понятно, ясно. До скорой встречи, далеко не убегайте.
друзья, посмотрел я тут по хронометражу, посмотрел вообще что да как. В общем, решил я пока остановиться. В общем, вот такой сейчас у нас самолет. Приклеил я стойки, которые на крыльях, прокрасил мелочи всевозможные. То есть вот так тут он сейчас у нас выглядит. Вот. Единственное, не знаю почему, но в общем абсолютно ровно он у меня почему-то опять не встал. В общем, видимо, передняя стойка немного высоковато у меня получилось, поэтому он только на одно крыло прижимается, а на второе не встает. По идее, чтобы он ровно встал, надо немножко, видимо, подпиливать переднюю стойку, чтобы он прям ровно встал на обе. Так он немножко заваливается на правую сторону и касается только правой стойки. Но это не беда, главное, что он на попу не садится, как мой Тунан. Вот. Теперь дальше мои действия какие. Я вытащу наши вот эти маски из блютака. Ну, естественно, это буду делать за кадром. За кадром я его также залакирую глянцевым лаком. И буду в следующей серии наносить декали. Так что всем до новых встреч. Следите за новостями. Всем пока.